Привет, народ! Стало интересно, как лучше рубить, под тесало или под пилу? Как лучше выбирать пас? Что качественнее, выбрать пас под пилу, пилой или тесалом? Вот такой вот дом. Вот такой вот с эркером. Выбрал я проемы под окна. И стало мне интересно, что же... Дело в том, что первые 13 рядов я под тесало вырубал, тесалом пас вырубал, а там дальше уже научился выбирать пас пилой и уже работал пилой. Пилой, понятно, что быстрее. Вот такие вот пазы. Вот это у нас тесалом все. Вот здесь вот мне нравится. Качественно. На мох все садил. Вот. Пас у нас получается 14 сантиметров. Это да. Тут не очень. Тут так. Вот еще мох прилип. Вот такая вот стелька получается. Так. Здесь у нас вот так вот. Вот. Здесь более-менее, здесь. Ну, рубил я чертой. Рогаткой. Обычной. Весь дом. Весь дом под обычную рогатку. Вот, кстати, видно, под тесало рубил, поперечные запилы делал, вот так, вот остались следы, и уже потом тесалом выбирал, ну, трудоемко, я вам скажу, просто вы напилить таких вот поперечинок, потом вырубать тесалом, трудоемкий очень процесс, пилой, конечно, это все будет быстрее, вот такой класс. Сейчас посмотрим у двери еще. А, у двери не посмотреть. Да нет, можно. Вот. Шканты. Выпилил дверь, получилось прямо посередине шканта доска. Это вот пилой впиливал вертикально. Два реза. И так вот четко получилось. Света на участке не было, а потом, когда уже, конечно, свет появился, то уже сверлил на геля на 32, чтобы все надежно было. Вот первые 13 рядов подтесало у меня. Это второй этаж. У меня будет. А дальше выше уже. Получается, первый этаж подтесал, а дальше уже пилой. И вот интересно, сейчас посмотрим, как пилой. Это уже пилой я выбирал. Тут уже... Не знаю, вот тут более-менее. Здесь вообще шикарно. А вот он пас пилой, тут уже никаких... Нет, как говорится, поперечных запилов. Ну, намок все. Естественно, я об этом не думал, где будет больше щель в пазу, где меньше. Все садил на мох, моха не жалел. Моха здесь много, мохом все сдавит. Когда заедем жить, бревно усохнет. Все придавит. Оно и так как бы крыша придавила. В общем... Такие дела. Особо не отличаются, я так понял. Пилой быстрее. Тесалом очень трудоемко, конечно. Офигеешь, тюкать. Пилой раз.
Что еще можно сказать? Не знаю. Деревянный дом — это круто, скажу я вам. Рубленый дом. Опа. Не наводит, трескайся. Вот, навел. Что еще? Что еще? В общем, если бы, конечно, я умел сразу, когда начинал дом рубить, опыта у меня было всего лишь две бани. Эти бани тоже подтесала, я вам потом сниму ролик, как чего. Вот. Если бы, конечно, я умел сразу пилой, то сразу все пилой делал, потому что намного быстрее, чем тесалом тут. И тесалом как бы хорошо. Но все равно делаешь поперечные запилы, тут как бы дерево. Вибрация идет, разрушается. Волокна на сантиметр там. Один человек мне объяснял, что пилой пилишь там дерево там на 5 миллиметров от шины. Вибрация идет, и внутренняя структура разрушается. А так вот, смотрите, так интересно. По структуре. Ну вот, первый дом, первый опыт, можно так сказать. Ну, если бы не клин, да не мог, плотник бы сдох, у нас так говорят. Все, всем добра, всем пока.